Новости. Лишиться сначала прав на вождение, а потом и автомобиля. Так могла закончиться водительская история Владимира. Затяжные новогодние праздники, стационарный пост ГАИ, медицинское свидетельствование. Прибор показал повышенное содержание алкоголя в крови. Затем стандартная процедура – изъятие прав и выписывание штрафа на 30 тысяч рублей. Однако погасить долг Владимир не торопился. Говорит, просто не было денег. Спустя время к неплательщику пришли сотрудники ДПС и судебные приставы, чтобы изъять автомобиль в счет погашенного штрафа. Способ решить финансовые трудности нашелся быстро. В данный момент, я думаю, или кредит возьму, или попрошу там друзей, перезайму. Но в течение 20 дней мне нужно погасить этот штраф. Я думаю, что я этот вопрос решу в положительную сторону. В течение 20 дней я штраф этот закрою. За неделю подобных должников сотрудники ГИБДД вместе с участковыми и судебными приставами навестили более 3000. Было наложено 334 ареста на имущество. Арестовано 96 транспортных средств, которые будут проданы с аукциона в счет погашения имеющегося долга. Больше полутысячи должникам запрещен выезд из страны. Всего за время проводимых совместных мероприятий было взыскано около 9,5 миллионов рублей. И на этом останавливаться сотрудники ГАИ не намерены. Повторить мероприятие планируем в августе. К таким лицам особое отношение будет и есть у сотрудников ГАИ, у приставов. То есть эти лица на особом контроле, все оставшиеся, там более еще 5000 осталось, они все будут на контроле. И я думаю, до конца года с каждым из них мы встретимся, поговорим. И кто нас не поймет, то принудительно будет заставлен, оплатить эти штрафы и исполнить ту меру наказания, которую им определил суд. Мера наказания, которая грозит неплательщику, это увеличение штрафа в 2 раза, а также административный арест сроком на 15 суток. Анастасия Петренко, Александр Погожев, АТВ «Ставрополь».